сталь. Надежную и красивую нержавеющую сталь уже много лет используют в изготовлении превосходных часов. Создавая Apple Watch, мы используем сплав нержавеющей стали, очень прочной и устойчивой к коррозии. Затем серия переплавок и обработок делает его еще тверже. Пока металл находится в расплавленном виде, его состояние тщательно контролируется, что позволяет избавиться от примесей и обеспечить необходимую твердость. Затем следует этап холодной штамповки. Металл становится на 80% тверже и устойчивее к трещинам и царапинам. Далее заготовки обрабатывают на 12-позиционном многоосевом фрезерном станке, который гарантирует безупречный внешний вид, и полируют до зеркального блеска. Для получения цвета черный космос на сталь наносится слой алмазоподобного углеродного покрытия, который добавляет прочности и придает блестящий внешний вид. Не меньше внимания мы уделяем ремешкам. Каждый блочный браслет состоит из более чем 140 деталей. Миланский сетчатый браслет производится из стальных звеньев, сплетенных в тонкую сеть, напоминающих ткань. С нержавеющей сталью мы придали традиционному материалу новую выразительность.